одной поперечнике, второй миски, и в третьей миске на стол ставят и спрашивают, ты поперечный, старовер или мирской? Мирской, который табак курит, не крещеный, это называется мирской человек. А поперечный тот ни к тем не касается, ни этим не касается, и своей отдельно должен кушать миски. А старовер тот старовер. Раньше в каждом доме 12 человек, 10 человек, дубины, эти, все бабы, девки, мужики, молотки. Нынче 16 человек по одному человеку живут. 16. И зарастут ваши нивы, мама говорила опять. Зарастут ваши нивы. Заросли. Левкинская пуста, Рожиловская пуста, Верховская пуста, Никоновская пуста, Филкинская пуста. 5 деревен пусты стали на пижму. А раньше все люди жили.